Здравствуйте, мои дорогие зрители! С вами Школа рукоделия и я Вика. Сегодня мы вяжем джемперочек, жакетик, кофточку для мальчика-девочки. Вот я сделала на мальчиковую сторону, потому что у меня цвет такой, но он больше подходит для девочек, поэтому вы переделаете пуговицы на эту сторону, и у вас будет для девочки поперечное вязание, мое любимое. Косы, круглая кокетка, застежка, платочная вязка. Все любимые элементы в этом видео совмещены. Вот. Ну и все, девчонки, начинаем. Взяла я пряжу, не буду долго рассказывать. Вы ориентируйтесь на метраж. В 100 граммах 220 метров. Если берете тонкую ангору, сматывайте в несколько сложений. Вот. По ходу я буду рисовать. Спицы 3,5 миллиметра, 3 маркера. И начинаем. Я набираю 50 петель для начала. Так, я набрала 50 петель. Это количество взято откуда? Сейчас объясняю. Так, вяжем мы лицевыми петлями, девчонки, при этом. Кромочную петлю мы вяжем тоже лицевой, чтобы у нас получились красивые края с зубчиком. Вот, теперь рассказываю, откуда берется вот эта вот длина, которую я набрала, в моем случае 50 сантиметров. Это длина изделия от горловины, от ямочки вот вверху, да, у шеи, которая у нас ямочка. И до длины изделия, то есть не от плеча, а от горла. Вот сейчас, так как это мальчиковый джемперочек, мы сделаем дырочки для застежки прямо сейчас, потом перейдем к укороченным рядам. Вот кромочной лицевой петлей еще провяжу 2 ряда. Так, еще я провязываю 3 ряда, и потом буду делать дырки. Итак, я провязала всего 4 ряда, и теперь я сделаю дырочки. Для этого провязываю первые 2 петли, провязываю, далее следующие 2 петли вместе провязываю, делаю накид. Далее вяжу 1, 2, 3, 4, 5. 5 петель, 2 вместе, и снова накид. Вот на таком вот расстоянии. И вам рекомендую делать вот так вот. Начинаем мы 2 и 2 вместе накид, и далее 5 петель, 2 вместе, то есть 7 петель и накид. 1, 2, 3, 4, 5, 2 вместе, накид. Сколько дырок получится, сейчас увидим. 2 вместе накид. 1, 2, 3, 4, 5, 2 вместе накид. И вот смотрите, я уже, видите, здесь я уже не буду делать дырку. 3, 4, 5, 11 петель у меня осталось. Все, я просто визуально, вот видите, вот так вот у нас расположились здесь дырочки, в конце вот столько у меня получилось. У вас же может быть, допустим, на одну дырку больше или одну дырку меньше, чем у меня ориентировочно, поэтому смотрите, просто зависит от вашего размера. 1, 2, 3, 4, 5, 6. У меня 6 дырочек. В следующем ряду я просто вяжу лицевыми петлями и накид провязываю лицевой петлей, и далее провязываю еще 3 ряда, чтобы закончить нашу планку. Вот видите, накид я провязываю лицевой и вяжу еще, кроме вот этого ряда, еще 3. Итак, смотрим, девчонки, видите, я провязала еще 3 ряда после вот этого, где я провязывала накиды. И теперь сделала разделение. Вот, нить у меня осталась здесь, вот обратите на это внимание, чтобы край ровный был, чтобы как бы изнаночный ряд у нас был лицевым, потому что в лицевом в первом ряду вот такая вот некрасивая история. Вот, поэтому вот так вот всего у меня тут провязано 9 рядов.
Всего у меня провязано 9 рядов. Далее, что я еще сделала? Я нацепила маркеры. Здесь у меня 5 петель до первого маркера. Между первым и вторым 8, между вторым и третьим 8 петель. То есть 5, 8 и 8. Далее мы будем вязать нашими укороченными рядами. Сейчас очень внимательно эту часть видео, кто у нас новичок, поэтому внимательно. Так, первый. Оно будет как бы располагаться таким вот клинами. Вот все вязание у нас будет как бы образовывать клины. Сейчас мы все совсем разберемся. Первый ряд вяжем, первый маркер пропускаем, и здесь мы вяжем 4 лицевые, вернее, ну да, вот здесь вот 4 петли. Вы можете тоже отделить маркером, потому что они у нас будут приходиться на косу. И чтобы не путаться, чтобы в изнаночном ряду их тоже провязывать изнаночными, чтобы это все-таки была коса, давайте я их тоже отделю маркером. Маркер у нас будет розового цвета, для понимания. Сейчас вы поймете почему, чтобы не путаться. Три. Возьмите вот эти три одного цвета, а вот эти вот два дополнительные другого цвета, потому что сейчас в лицевом ряду здесь у нас лицевые петли, а в следующем ряду это будут изнаночные петли. Вот здесь вот точно так же 4 петли я провязываю и одеваю маркер. Вот сейчас оно пока как бы не совсем понятно, сейчас вы все поймете. Так, итого у нас 5 маркеров. Вот 2 розовых, они дополнительные, остальные 3 это основные, на которые мы будем ориентировать наши незаконченные ряды. И вот мы довязываем до первого маркера. Не довязав одну петлю до маркера, мы поворачиваем работу. И теперь делаем вот таким вот образом воздушную петлю. Видите? И вяжу ряд в обратную сторону. То есть я не довязала 6 петель. 5 петель до маркера, 1 петлю после маркера. Так, вот здесь вот смотрим, здесь у нас после вот этого маркера дополнительного 4 изнаночные петли, то есть здесь у нас будет коса. Тут 4 лицевые и 4 изнаночные. 1 2 3 4. Здесь у нас лицевые петли конца ряда. Так, теперь следующий ряд. В этом ряду мы уже будем вывязывать косы. Косы будем вывязывать в каждом четвертом ряду, вернее, через 3 ряда, в каждом втором лицевом. Как бы вот прошлый ряд у нас был лицевой первый, и сейчас у нас второй лицевой, мы вывязываем косы. Главное к ним продвинуться. Вот они, 4 наши петли. Я просто ввожу спицу в третью, четвертую петлю, снимаю все петли, одеваю в первую и вторую, и за ними одеваю третью, четвертую, и провязываю все 4 петли лицевой. Вот такая вот здесь у нас коса будет образовываться. 3 4. Здесь вот точно так же. Вот. Два, три, четыре. Так, вторая коса. Блин. Так, и здесь после косы мы провязали 3 лицевые петли, и одну мы не довязываем до маркера, поворачиваем работу, снова делаем вот эту вот такую воздушную петлю
и вяжем изнаночный ряд. То есть теперь мы не довязали здесь до первого маркера, а здесь до второго. Мы сделали укороченный ряд. Косу мы провязываем изнаночными. Так, следующий ряд. То есть всего мы вяжем 3 незаконченных ряда. 3 маркера у нас, 3 незаконченных ряда. Вот у нас сейчас третий он. Мы вяжем до первого маркера. Так, довязываю до первого маркера. Или до третьего, смотря с какой стороны считать. То есть 3 я считаю основные. Вот эти дополнительные я не считаю. Не довязываю одну петлю, поворачиваю работу и вяжу укороченный ряд до конца. Вот и все. Теперь следующим у нас будет полный ряд соединительный. И далее мы снова повторяем незаконченные ряды. Вот такие вот клины своеобразные. Сейчас я еще покажу. И последний ряд в цикле я вяжу, в котором соединяю все незаконченные ряды. Так, вот доходим мы до воздушной петли, которую мы добрали дополнительно, и провязываем эту воздушную петлю со следующей лицевой петлей, с этой последней, которая у нас была перед маркером. Далее провязываем косу. Здесь нам делать косу не надо. Помним, что мы через тут считаем мы эти 4 ряда, вернее, в каждом четвертом именно этой косы, потому что они будут по-разному, как бы не одновременно эти обе из-за укороченных рядов. Здесь довязываю до воздушной петли, провязываю вместе со следующей лицевой. И здесь вот я как раз, о чем я говорю, здесь у меня пришло время делать косу. Вот, то есть нужно смотреть по ситуации. То есть перебросы косы совпадать не будут. Так, здесь приблизилась к третьему маркеру. Вот воздушная петля и следующая провязываю. И теперь провязываю до конца. Вот этот цельный ряд у меня, которым я соединила. Вот, вот у нас получилось вот такой вот клин. За счет того, что мы вяжем один раз сюда, здесь останавливаемся, поворачиваемся, потом следующий раз сюда останавливаемся, поворачиваем, и третий раз к этому маркеру останавливаемся, поворачиваем. То есть это 6 рядов, 7 ряд вяжем до конца, и 8 ряд возвращаемся. Вот такой вот у нас цикл. Все повторяем по вот этим вот циклам, вязать целое полотно. Итак, вот смотрите, я провязала 7, всего 7 этих клинов, да, тех, которых я вам показала, 7 раз я вот провязала таких циклов. 7 таких циклов я провязала, которые я показала в начале. Вот такая вот заготовка. Что у нас должно здесь быть, девчонки? На что мы основываемся? Вот на эту ширину до планки. У меня 15 сантиметров. Мне нужен джемперочек где-то 30 сантиметров ширина, то есть 15. Но еще мне нужно сделать подрез. То есть еще немного здесь провязать до бокового шва. Но учитываем то, что платочная вязка вытягивается у нас вниз и сужается. То есть этот припуск нам нужно учесть. Вот сейчас я вот буду вязать подрез. Я сейчас уже начну рисовать. Вот мы начали вязать вот так вот, да. Это наша планка. И продвигались мы вот таким вот образом, да, здесь у нас вот так вот расположены косы, вот здесь у нас
половина ширины требуемого изделия. Вот по этой линии вы проконтролируете как бы линию реглана. Вот она. Воображаю, ее по сути не будет, но если предположить, то это сейчас да, на данном этапе это линия реглана. Вот. И теперь мне нужно разделить полочку. Я провязываю, не довязывая, 4 петли до вот этого маркера. У вас здесь 1, 2, 3, 4. Я не довязываю 4 петли. У меня здесь получается 25 петель. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Вот 25 петель я провязала, и вот эту линию вы на этом этапе проконтролируете. У вас она должна заканчивается как ложится как линия реглана до подмышек. А теперь я вяжу вот эту вот часть, то есть сейчас я нарисую свой подрез, но подрез у нас будет уже как бы рассчитан захватом на спинку, то есть целый подрез, не половина как бы, ну, на переднюю деталь рассчитана, а именно весь подрез, то есть это где-то, ну, в районе 3 сантиметра по 1,5 сантиметра на деталь. Так, сейчас я продолжаю вязать вот эту вот деталь. Так, девчонки, провязала я 3 сантиметра. Это у меня 1, 2, 10 рядов. Тра-та-та-та. Или не 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 12 рядов. То есть, если считать, разделить его на половины, то это по 6 рядов. Всего 12. Для чего это я говорю? Чтобы вы понимали, что эти уже 6 рядов, 1,5 сантиметра, ушли на спинку, уйдут. Так, что еще хочу вам промерить, девчонки, тоже, чтобы вы могли в процессе сейчас переконтролировать. Вот смотрите, длина у меня от горлышка 27 сантиметров, 26, да, 26, но... Посмотрим, сколько запоминаем. Посмотрим, сколько будет потом после ВТО. И до проймы 13 сантиметров. Длина регланной линии 13 сантиметров. Так, теперь вот эту нить я обрезаю и набираю дополнительные петли. И теперь я буду вязать рукав. Вот. Я набираю эти петельки, подвигаю. И набираю 25 петель или нет, 30. Наберу 30. Пусть будет отворотик и пусть будет длиннее рукавчик. То есть этот же подрез нам нужно восстановить в рукаве. Так, 2, 3, 4, 29, 30. И сейчас 6 рядов я вяжу просто вот эти вот 30 петель. То есть я вяжу сейчас. Давайте я вот так вот начну рисовать, чтобы вам было понятно. Ну, вот я добрала 30 петель и буду вязать 6 рядов отдельно. Да? Сейчас я их вяжу. Так, смотрим, девчонки. Вот я провязала 6 рядов, это ровно половина вот как подреза. И теперь я присоединяю к этому вязанию. Здесь я просто, оно будет цельновязанное, но я здесь начну рисовать так, чтобы было понятно, да? Сейчас я присоединяю к этой, как бы, кокетке и вяжу полотно вот таким вот образом цельное снова. Вот видите, провязала этот подрез и вяжу далее. Но в чем разница? Вяжу, продолжаю укороченными рядами, но делаю укороченные ряды только 2 раза.
Сейчас все разберемся. Косы продолжаем выполнять. Все как и делали, с одним лишь отличием. Вот. До первого маркера мы не довязываем, и до второго. Вот это вот до третьего маркера не делаем. Третий маркер мы его оставим, но укороченный ряд мы не делаем. То есть сейчас мы вяжем первый ряд до первого маркера, второй изнаночный, третий ряд до второго маркера, четвертый изнаночный, пятый ряд мы вяжем цельный и шестой ряд изнаночный. То есть сейчас у нас сектор будет состоять из 6 рядов. В первом случае из 8, теперь из 6. То есть вот это вот мы делать на рукаве не будем. Продолжаем таким вот образом вязать до плеча. Вот сейчас нам нужно продвинуться до плечика, вот как бы до линии плеча, вот таким вот образом. Так, второй раз укороченный ряд мы вяжем теперь до второго маркера. Вот он, поворачиваемся, и следующий ряд мы вяжем соединительный. То есть до конца ряда вот этого укороченного ряда у нас просто не будет в этот на рукаве. Продолжаем до линии плеча. Так, девчонки, вот смотрите, я провязала 7 клинов, но как бы величина здесь меньше, потому что мы не делали третий укороченный ряд. Вот поэтому уже получается наш рукавчик. Сейчас вот мы сейчас, видите, визуально мы находимся, вот смотрим по вот этой части, по кокетке, мы находимся на плече. И вот отсюда нам для ростка нам нужно добавить петли. Вот. Значит, здесь вот после это коса, вот здесь вот у нас находится маркер. Сразу после первого маркера мы здесь будем делать воздушную петлю в том ряду, в котором мы соединяем все укороченные ряды. То есть сейчас я провязала вот один укороченный, второй укороченный. Сейчас я их соединяю и сделаю воздушную петлю. Воздушная петля нам нужна для того, чтобы поднять горловину спинки, чтобы сделать росток. Примерно клинов у меня провязано столько же, вот сейчас 7, 7 у меня было на полочке, и 7 у меня клинов, просто за счет того, что они только 2 укороченных ряда, они получаются меньше, но количество их не меняется. То есть по сути это тот же реглан, да, который мы вяжем, да, добавляем одинаковое количество на рукав петель и добавляем одинаковое количество на полочку. Соединяю здесь. Так, и вот здесь вот соединяю. И сразу после маркера добавляю вот таким вот образом воздушную петлю. И так в каждом вот этом соединительном ряду. Вот. И продолжаем вязать вторую половину рукава. Это мы уже перегибаемся на спинку. Так, теперь смотрите, девчонки, вот те петли, которые я добавляла. Вот видите, смотрите, девчонки, вот те петли, которые я добавляла. Последние ряды, вот
6 рядов я уже вязала без добавления, то есть последние 3, вот они, 5 петель я добавила, и дальше вяжу ровно. Теперь до первого маркера у меня 10 петель. Провязала я нужное вот мое количество до спинки, видите, то есть я уже в этом месте. Сейчас я отделю вот эти вот петли, которые у меня были набраны дополнительные, и провяжу 6 рядов, чтобы сделать вот этот вот как бы подрез. Так, 30 петель у меня здесь, 1, 2, 30, и здесь осталось 4, точно так же, как и в начале. И поворачиваю, здесь я, ой, по привычке, видите, воздушную петлю хотела сделать, еще вяжу 5 рядов и все петли закрою, и этим самым закончу рукав. Вот что я вам хочу показать. Так, значит, смотрите, вот довязала я эти 6 рядов и закрыла все петли, и вот получается у нас рукав с подрезом. И теперь мы берем вот эти петли, которые мы оставили на полочке. Вот что неправильно я сделала, здесь надо было клубок оставить. Вот, ну я, конечно, обрезала, тут надо было цельную нить оставить, ну что поделаешь. Вот, и теперь мы совмещаем полочку вот эту и кокетку, и вяжем спинку. Вяжем спинку, длина которой у нас будет, вернее, ширина которой будет равняться двум полочкам. Вот как у вас здесь полочка, два таких сектора мы вяжем, то есть в два раза больше мы вяжем на спинке. Вяжем укороченными рядами, все три задействуем во время спинки, только во время рукава, во время вязания рукава мы вяжем два раза укороченный ряд. Здесь, видите, я промежуточные маркеры уже убрала. Здесь делаем, останавливаемся, здесь и здесь, как мы делали на полочке. И продолжаем вязать спинку. Так, девчонки, связала я, вот смотрите, видите, от соединения я связала 14 этих клинов. Вот такая вот фигура, вот она, линия реглана, так называемая. Да, и вот у меня уже, я пошла как бы на вторую половину. Вот она, вторая половина. Еще я нарисовала вот такую вот схему новую, я думаю, более понятную. Вот мы начинали вязать отсюда, вывязали рукав, присоединили здесь, и теперь мы находимся вот в этой точке, в которой нам нужно снова 25 петель отсоединить, точно так же, как мы делали здесь, и связать подрез. Поэтому я сейчас вот здесь вот отделяю 25 петель. И опять же у нас остается 4. И здесь я вяжу эти 25 петель ровно столько, сколько я вязала здесь. Вот. Точно такое же число должно быть у вас. Вернее, у вас должно быть свое число вот этих петель, которые вы здесь провязали. Вот я сейчас провязываю точно такую же заготовочку, точно такой же подрез. Девчоночки, провязала я, у меня здесь 12 рядов, у вас ваше число. Сейчас покажу, я пересняла на другие спицы, вот она, кусочек, который у нас подрез получается. И все, я его откладываю вместе с клубком на вспомогательной спице. Теперь... Вот в прошлый раз я этого не сделала, я обрезала нитку и пожалела. Вот, теперь я набираю 2, 3, 4, 5. Нет. Так, я набираю 30 петель, я набирала, да, помним.
Вот. И вяжу следующий рукав, в котором. Раз. Так, 30. И вяжу 6 рядов, девчонки. Сейчас мне нужно провязать 6 рядов. Точно так же все дублируем, как мы делали вот после вот этого, да. Вот они, наши 6 рядов. И потом, в этом случае, вот сейчас мы здесь находимся. Вот я набрала эти петли. И провяжу 6 рядов. Потом присоединю к основному вязанию. Вот оно. И буду вязать рукав. Все точно так же, как мы делали вот в начале. Не забыла вам сказать. Вспоминаем, да, мы вязали рукав до половины, а вот здесь, вот во второй половине, ой, вот здесь вот, видите, что делаю? Вот здесь во второй половине рукава мы добавили 5 петель в моем случае. 4 поместилось, ну неважно. То здесь вот в первой половине нам их нужно убавить, то есть убрать, то есть вернуть все на свое место. 3 клина я провязала, у меня в начале было точно так же. То есть я еще провязывала без добавлений. Сейчас я провязала ровно столько, сколько было вот здесь довязано без добавлений. И сейчас после первого маркера я буду в этом общем ряду добавлять по одной петле, пока у меня здесь после него не останется 5 петель, как было изначально. Вот. И продолжаю вязать мой рукав. Останется 5, я вяжу уже с 5 ровно до момента, вот чтобы пока не он не сравнится с первым рукавом. Ну и вот я провязала второй рукав, да, до нужной мне ширины. Ну, то есть точно продублировала первый рукав. Вот он второй. Сейчас я отделю эти 30 петель, провяжу 6 рядов и далее присоединю вот это вязание к кокетке. Все точно так же, как мы сделали здесь. И провяжу вторую полочку ровно столько, сколько я вязала вот эту вот полочку. Смотрите, я присоединила, просто показываю вам, как в промежуточном варианте это выглядит. Ну, я думаю, вы уже все поняли. И далее я продолжаю вязать полочку вторую, но не забудьте внимание, что у нас 3 незаконченных ряда. Здесь отвалился у меня маркер. Вот. Вяжем. У меня 7 секций я вяжу до планки. Итак, мы приближаемся к концу, девчонки. Вот схема у нас закончена. Теперь мы приблизились вот сюда. Сейчас я вам все показываю. Я уже не снимала, там уже нечего снимать. Все это уже понятно, мы уже 10 раз его провязали. Вот, закончила. Видите, я этот цикл из 7 моих клинов. У вас может быть 6, может быть 8. Тоже в зависимости от пряжи, от плотности, от размера. Вот. Сейчас я просто пришью. Не просто. Сейчас я пришью пуговички сюда напротив каждой дырочки. Так, теперь я сошью рукав. Сшивать буду обычно нитью в цвет, чтобы не уплотнять шов, чтобы была у нас возможность сделать отворот, если вы на вырост делаете. В любом случае, я считаю, маленькие изделия по-любому надо делать на вырост, потому что детки насколько быстро растут, не навяжешься. Вот, да и жалкая вещь получается потом. Вещь новая, а уже маленькая. Вот, значит, я сшиваю рукав. Вот, смотрите, я сшила рукав за счет того, что нить швейная, вообще не ощущается разница между швом и основным полотном. И подрезик сейчас сошью вот здесь вот. Вот я его складываю и сошью вот так вот. Вот эту часть и эту. И прищу пуговицы
постираю, разложу и покажу вам. Далее объясню варианты доделки рукава, как бы, вот какой может быть, какие варианты могут быть рукава. Все, доделываю и показываю. Так, и вот мой результат, девчонки, еще он влажненький, я не хочу сильно его дергать. Вот, видите, хорошо виден росток, очень красиво получилась горловинка, я считаю. Вот, далее, немного я потянула вниз в длину и потянула рукава, потому что рукав здесь получается широким, но не здесь. Как обработать можно рукав? Я оставлю вот так вот с отворотиком. Но вы, девчонки, если будете вязать, оставьте чуть-чуть пряжи запаса. Потом вы можете, когда ребенок вырастет, набрать резиночку, обвязать и сделать стянутый рукав. Ну, это можно сделать и в самом начале тоже, если кому-то понадобится. Либо взять вот эту круглую резиночку тоненькую и здесь продеть по изнанке и опять же стянуть вот так вот этот рукав на резиночку. Вот это кому не нравится вот такое ровное завершение. Ну и по сути все, девчонки, на сегодня все. С вами была Вика и школа рукоделия. Я думаю, всем все понятно. Я с вами прощаюсь, всем пока-пока.